отрывной календарь. 10 февраля 1967 года появился на свет полумиллионный житель Караганды. В городском родильном доме номер 2 у супругов Андреевых родился мальчик. Ребенка назвали Виктором. Отец новорожденного работает токарем на СТО. Мать – продавцом в магазине. На днях в книгах городского ЗАГСа появилась запись о 500-тысячном жителе Караганды, а исполком городского совета вручил родителям памятный диплом.